Черная маска – суперзлодей вселенной DC Comics, враг Бэтмена. Оригинальный персонаж Роман Сайонис впервые появился в выпуске «Бэтмен» в августе 1985 года и был создан Дагом Мончем и Томасом Мандрейком. Роман Сайонис родился в богатой семье, однако его родители больше беспокоились о своем социальном статусе, нежели о сыне. Одним из обстоятельств, повлиявшим на характер Романа, была дружба его отца с Томасом Уэйном. Родители Романа ненавидели Уэйнов, однако, чтобы не потерять свой социальный статус, они продолжали тесно общаться с Томасом и Мартом Уэйнами, заставляя Романа дружить с их сыном Брюсом Уэйном. Лицемерие его родителей оказало глубокое воздействие на него. Он рос, испытывая ненависть и презрение к ним и к их маскам, которые они носили в обществе. После окончания средней школы Роман занял высокий пост в компании своего отца, Janus Cosmetics. Там он встретил секретаршу Церцею и влюбился в нее. Родители не одобрили эти отношения и дали понять сыну, что хотят разрушить их. В ярости Сайонис сжег семейный особняк, убив при этом своих родителей. После их смерти он унаследовал состояние семьи и бизнес. Но вскоре его компания разорилась после того, как он профинансировал неудачную линию косметической продукции. Тогда же успешный магнат Брюс Уэйн предложил свою помощь, при условии, что Сайонис отойдет от управления и позволит Уэйну назначить своего управляющего. Роман согласился, но был в ярости от унижения. Он отправился в мавзолей семьи и разбил черную крышку отцовского гроба, один из осколков которого Роман впоследствии использовал для создания маски своего альтер-эго «Черная маска». В течение месяца в группировке «Черной маски» собирались десятки мелких преступников в Готэм-Сити. Они использовали в качестве базы склеп Сайонисов и назвались «Общество фальшивых лиц Готэм». Каждый член банды носил отличительную маску. Впоследствии о них узнала полиция и сам Бэтмен. После комиксов впервые на экране «Черная маска» появился в компьютерной игре в жанре приключенческий боевик «Бэтмен. Темное завтра». Затем «Черная маска» появляется в качестве одного из врагов Бэтмена в мультсериале 2004 года «Бэтмен». Конец «Черной маски». В 2008 году «Черная маска» появляется в мультсериале «Бэтмен. Отважный и смелый». В 2010 году «Черную маску» можно было увидеть в мультфильме «Бэтмен под красным колпаком». Чтобы организовать это свидание, я хочу, чтобы ты убил красную маску. Думаешь, справишься? Можно мне водички? Мне понадобится одежда. Что-то еще? Еще какие-нибудь ребятки. Только не эти. Эти никуда не годятся. В 2011 году злодей появляется в кроссплатформенной компьютерной игре «Бэтмен. Город Аркхэм». Thank you.
В 2012 году Черная Маска появляется в версии игры LEGO Batman 2 DC Super Heroes для 3DS, как персонаж, которого можно разблокировать. В 2013 году Черная Маска выступает в роли главного злодея в начале очередной игры про Аркхэм. Роман, I'm here for the Joker. The Joker? Never heard of him. How about you, dog? Know the Joker? The who? And you, sir? Name Joker ring a bell? You son of a bitch! You think you can steal from me? Get away with it! You're a dead man. Dead! You to play along! Отец персонажа появляется в восьмом эпизоде первого сезона телесериала «Готэм» 2014 года в качестве противника детектива Джеймса Гордона. Лицо, но освобождает душу. Маска говорит правду. Черная маска в дополнение «История красного колпака» для игры «Бэтмен. Рыцарь Аркхэма» 2015 года появляется в качестве босса. Погибает от рук красного колпака. В 2016 году персонаж появляется в мультфильме «Бэтмен. Дурная кровь». Скажу ему, кто здесь хозяин. Ты же должен быть мертв. Ладно, сейчас я это исправлю. Проклятье! Ты проиграл. Всегда ставь на черное. Дэмиан? В 2020 году Юэн Макгрегор исполнил роль Черной Маски в фильме «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Должны бояться. Да ты же больная психопатка. Прости меня, Кис. Из-за тебя мне захотелось стать чуть менее плохим человеком. Должна признаться. Ты охренела, что ли? Я стащила у тебя кое-что. Твое кольцо. Мое кольцо?